Отличившихся на службе офицеров и военнослужащих чествовали и в Национальной гвардии. В торжественной обстановке им вручили награды и благодарственные письма. Указом президента медалью ЕРЛГУшин были награждены бойцы воинских частей. Среди них Ринат Туксумбаев, который вынес из горящего дома мужчину без сознания, а также спасавшие при пожаре жителей столичного общежития капитан Чингиз Каиржанов, прапорщик Нургазы Ержанов и младший сержант Аманжол Айдбан. Вручены также награды от имени министра внутренних дел и главнокомандующего Национальной гвардии. Сегодня меня наградили вот благодарственным письмом от министра внутренних дел за проявленное мужество. Участвовали на пожаре вот, буквально дня 4 назад у нас рядом с работой в общежитии номер 4. Там произошел пожар. Там участвовали, спасали людей, помогали им, вытаскивали.